музейно-выставочном комплексе «Артишок» химкинский писатель и военный Геннадий Дмитриев презентовал новую книгу «Русские в штыки». Сборник очерков, рассказов и повестей посвящен известному химчанину, ученому-ракетостроителю Виктору Семенову. В новом труде автор, прошедший большой жизненный путь, размышляет о героическом пути России и ее народа, о необходимой мобилизации для победы против коллективного Запада. Это прекрасное мероприятие прошло у нас в рамках проекта «Успех в единстве поколений». Проект реализуется уже третий месяц и собрал вокруг себя уже большое количество химчан. В основе проекта лежит, конечно же, патриотизм, гордость за свою страну, гордость за наше отечество, за тех людей, которые продвигали нашу страну, которые прославляли ее во все времена. Уверен, что такие проекты будут интересны для многих химчан, и каждый из них найдет в этом проекте именно то, что ему по душе. Литературный почерк Геннадия Дмитриева критики сравнивают со стилем раннего Чехова. Пишет простым и понятным языком. Произведения доступны и легки для любого читателя, даже самого неискушенного. В художественной литературе автор стремится к разнообразию родов и жанров. Пишет трагедии, новеллы, повести, рассказы, басни, фантастическую прозу и романы. По его же словам, главное показать человека, не идеализируя его. Таким он и показал в своих работах «Эврика» и «От рабочего до ученого» почетного жителя Химок Виктора Семенова. Он сделал многое для того, чтобы знали люди, что мы, как прошлое, работаем, что мы должны делиться, что мы должны молодежь обучать тому, что мы имеем, то, что мы знаем. Понимаете, это очень важно, потому что преемственность должна быть. Только преемственность поможет нашей любимой России еще выше стать, достичь верха успеха во всем, и особенно в науке, в технике, в производстве. Геннадий Дмитриев – автор более 30 работ, номинант литературной премии «Писатель года», награжден медалями Александра Пушкина и Владимира Маяковского. Новую книгу за подписью самого автора и Виктора Семенова в дар получили директора школ и заведующие химкинских библиотек. Сервер Бекмамбетов, Олег Тюрин, Вильфред Демковский. Новости, Химки ТВ.